Максим Мардянов, защитник ФК «Рео». Максим, уступили сегодня команде ЧГУ. Что не хватило для положительного результата? Ну, тяжелая была игра, много борьбы. Высокие ребята впереди, мощные, навязывали борьбу, и очень трудно выиграть. Вот, наверное, не хватило игры в средней линии. У нас большие проблемы, я считаю, что в средней линии. Тяжело переходим в атаку, не создаем моменты. Ну, в общем-то, так. Вы сегодня пара защитников с Сулеймановым остановили одну из лучших атак, ну, почти остановили одну из лучших атак лиги. Каково было бороться с такими мощными форвардами? Ну, я не часто встречаю нападающих ростом, которые не превосходят ростом меня. Вот, поэтому даже чуть-чуть непривычно. Ну, вроде бы как справились в целом. Оцените проживание, питание, условия организации турнира. Организация на высшем уровне, все хорошо, питание хорошее. Вопросов никаких нет. Спасибо.